Будемо спілкуватися з Вахтангом Аїсаєю, грузинським військовим експертом, доктором політичних наук. Пане Вахтанг, доброго ранку і слава Україні. Вітаємо, слава Україні. Доброго ранку, вітаю з Грузії і слава Україні, слава героям. Пане Вахтанг, хотіли б запитати вас про ось те, що уже скоро буде річниця ось цієї великої війни, нікому не потрібної великої війни, яку розв'язав Путін 24 лютого минулого року. І очевидно, що до цієї річниці кремлівський диктатор захоче мати якусь перемогу, щоб нею похизуватись перед електоратом. От після цілої низки невдач, як ви вважаєте, взагалі, як може його електорат зустріти під час цієї річниці? Адже є така думка, що навряд чи він до 24 лютого встигне захопити, бодай, якесь місто. Да, я приветствую вас з Грузії. Я ще хочу почнувати, що направи, вже фактично годовщина этой чудовищной войны, мы уже, так сказать, отчитываемся. И я должен сказать, что абсолютно правы, что Путину сейчас нужен, как говорится, молниеносная победа либо в геополитическом, геостратегическом, либо, так сказать, оперативно-стратегическом контексте. И не зря, так сказать, сейчас российские оккупационные войска стараются опять, так сказать, прогрызнуть так называемую украинскую линию Маннергейма, это вдоль Северск, Бахмут и Авдеевка, Мариинка. И не могут даже этого, так сказать, это чудо, как говорится, сотворить для товарища Путина. Ну, Путин, естественно, как Гитлер, очень похожий друг на друга. Тогда Гитлер в свое время просил от своих, так сказать, вооруженных сил и от всей страны, тогда просил чудо оружия. Да? Ну, сейчас как раз Путин как раз просит от своего окружения, своему окружению, чудо спасения, то есть чудо победы. Так что я не удивлюсь, если Путин решит, как говорится, других, так сказать, на других геостратегических регионах отыграться в том плане, что Путин проигрывает войну в Украине. И сейчас, естественно, для поддержания своего имиджа и общественного, как говорится, общественного, так сказать, мнения, и, то есть позитивного общественного мнения, которое сейчас Путин хочет, как говорится, что оно было примерно от 70 до 80%, это вот сохранить, ему нужна, как говорится, молниеносная война хотя бы в другом регионе. Я не исключаю этот регион даже по отношению Кавказского региона, потому что здесь тоже очень, я бы сказал, непростые геополитические, геостратегические процессы происходят в контексте Латинского коридора и даже в контексте Грузии и так далее. Так что я думаю, что как раз Путину нужно будет, так сказать, такая молниеносная война, как говорится, хотя бы или против Грузии, против Азербайджана, или, может быть, в другом, так сказать, регионе, чтобы как-то компенсировать все потери и то унылое, которое сейчас витает в Кремле и которое, так сказать, Путин не может преодолеть. Ну, естественно, что что-то поэтому, так сказать, был смещен, как говорится, главнокомандующий оккупационными региональными, так сказать, командующий региональной группировки генерал армии Суровикин на генерал армии начальника генштаба Герасимова, чтобы, как говорится, более-менее поднять уровень, значит, статуса этой войны. И как-то вот подбодрить своих, как говорится, представителей вооруженных сил, чтобы как-то вот как раз дать новую динамику в этой борьбе. И еще мы должны, так сказать, учитывать тот факт, что Украина скоро уже получит новейшие, я бы сказал, суперновейшие военные технологии, особенно ударные, значит, виды оружия, это ударные боевые танки, это Абрамс, Челленджер, Леопард. И, естественно, что уровень, так сказать, танкового потенциала Украины вырастет примерно 400 до, может, 600 единиц боевых единиц танков, что, естественно, является очень мощным, я бы сказал, сдвигом и мощным потенциалом для наступательных операций в пользу ВСУ. Я думаю, что как раз с этими, так сказать, вооружениями, в том числе и с новейшими системами ПРО, как Патриот, как там СМП-Т, да, французская СМП-Т, как Айрис-Т, можно будет как раз прикрыть примерно на 70% неба Украины, или закрыть, так сказать, небо Украины хотя бы на 70%, который даст возможность как раз проводить такие наступательные операции и, напротив, так сказать, довести дело до победы.
То есть те заявления, которые говорил в свое время командующий ВСУ генерал Залужный и еще там подтверждал президент Зеленский, абсолютно сейчас как раз могут свершиться как раз вот примерно зимний-весенний период военных действий. Я думаю, что Путин это понимает. Путин и его клика это понимают, что для них это как раз большая западня. Пане Вахтанге, маємо 5 хвилин. От ви почали говорити про цю маленьку побідоносну війну. Вона неодноразово рятувала російських диктаторів від втрати свого рейтингу в очах їхнього народу. І ви говорите, що про імовірність відкриття нових фронтів Росією. Але, на вашу думку, чи вистачить в неї спроможностей? Адже, ну, так би мовити, в Україні Росія не може вийти навіть на кордони Донецької та Луганської області, і тут ще один фронт, до того ж, в іншій країні. Чи вистачить спроможності в Російської Федерації? Да, ви абсолютно праві, як говориться. Це якраз те, що Росія не може, так сказати, відвинутися далі, ніж, так сказати, окупувати території Донецької і Луганської областей, які, як говориться, теж, так сказати, стоять на зыбком, як говориться, геостатистическом каком-то положении и может любой минуту рассыпаться, то есть это фронт линии, как говорится, в пользу ВСУ. И что, естественно говоря, что Путин сейчас не зря, как говорится, Путин сейчас выставляет своих двойников. То есть Путин сейчас фактически даже боится, а он стал как бы бункерным, как говорится, диктатором. И естественно, что это тоже влияет на мнение общественного сознания в России. И я думаю, что каждым днем, каждый день войны в Украине, это вот чудовищная война войны, так сказать, в Украине, значит, то есть для Путина это является дегтем, меде, потому что каждый день, каждым днем, как говорится, российская общественность понимает безнадежность этой войны. То есть это понимают не только там на фронте, но и понимают в глубоком тылу тоже. Не случайно сейчас Москве и вокруг под Москвы, то есть территории Подмосковья, создаются новые зональные системы ПРО. Прикиньте, и уже, так сказать, на крышах, так сказать, Министерства обороны стоят панцеры С-1, и даже такие системы уже установлены, так сказать, вокруг Кремля. То есть, понимаете, до чего дошел, так сказать, абсурд в Кремле? Что даже, так сказать, Путин опасается ударов по Москве со стороны Украины.